Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я показываю вам ваши заказы. Ребята, не обижайтесь, пожалуйста, все заказы, которые я сегодня показываю, я вам фотоотчеты не выслала. По той простой причине, что я была на каньонах, я ночью прилетела, я еще не отошла от самолета, и мне ночью опять улетать на Гавайи. Я уже вам выложу, уже когда я прилечу, обоснуюсь, чтобы вы мне даже через пару дней позже. Потому что, кому, если интересно, как я провожу время, я выкладываю много фотографий из своих путешествий в Инстаграм. В Инстаграм, в Фейсбук, ira.якут. Найдете меня, там такая сиренево-голубоватая какая-то такая фотография. По-моему, уже надо ее поменять. Вот, это если кому интересно посмотреть, где я там шарахаюсь. Вот, вы можете это увидеть. Но у меня буквально один день переупаковать чемодан, постираться. Но я не смогла не открыть ваши коробки. Мне же интересно, что пришло. Я пооткрывала, я поняла, что у меня нет времени вам отписаться, потому что вы будете мне назад ответы писать, а у меня нет времени вам ответить. А вот полчасика я сейчас нашла, думаю, дай-ка я покажу вам, звонуху сделаю. Еще по той причине, что мы некоторые вещи покупаем на сайте Dealerz, а я буду свободна, потому что на Гавайях у меня муж будет работать, мы в командировку в его летим, я так приложением, меня туда берут отдыхать, как он говорит. Ну, кто-то в нашей семье должен отдыхать, всем же работать, поэтому я лечу отдыхать, но у меня будет свободное время, буквально 2 дня я буду занята с девочками. Было шикарное путешествие по каньонам, 5 дней мы объездили все каньоны и Антилопу, и Гранд Каньон, и что там, и Долину Монументов, и в Гранд Каньоне вот это вот обрыв, который Хорс, как это, подковал, посмотрели вот этот обрыв. В общем, впечатлений целая куча. Вот я не могла с вами, конечно, переписываться. И мы встретили там 2 девочек из Самары. Они прилетают сюда, чтобы вот попутешествовать. Бывают и из Украины тоже в такие группы приезжают. Ну, может быть, сейчас, конечно, не та ситуация, но тем не менее. И вот эти девчонки, оказывается, они улетают сразу тоже на Гавайи. И мы тоже летим на Гавайи. Оказывается, мы даже в одном отеле. И вот я сейчас прилечу, они еще там пару дней будут. И я их буду возить, потому что у меня машина под боком, я хочу им все показать. Надеюсь, будет прекрасное у нас времяпрепровождение. Вот. Ну, с Гавайев я вам видео много делала, с каньонов, не знаю, может быть, сделаю, набрала там видео, может быть, нет. Но, во всяком случае, в Инстаграм посмотреть фотографии вы можете. Простите, что отвлеклась, просто я еще нахожусь под впечатлением от этих грандиозных просто каньонов, от этой красоты. Поэтому вот еще немножечко в возбужденном состоянии. Но хочу показать вам сайт Dealerz. Обращаю ваше внимание, там очень много сейчас Антонио Милани. Блузки 75% вот натуральных тканей. Ой, натуральный состав из натуральных тканей. Правильно я говорю? Ну, в общем, вы меня поняли. Перестройте, пожалуйста, мое предложение правильно. Вы можете заходить туда. Сайт Dealerz я вам в описании дам. И пока я буду отдыхать, я могу с вами общаться, я могу заказывать. Я буду там лежать на пляжу. Ну, правда, я никогда так не делаю. Я там хайкаю обычно на Гавайях. Долго очень загорать, устаешь все равно. Но заказы я вам делать смогу. И сегодня у нас классный тренч с Coach Outlet. Я тоже покажу. То есть по любым сайтам я доступна онлайн, но вернусь я 13 сентября. Я до этого говорила до 12, только 13 я прилечу, поэтому все вот эти фотоотчеты, девчонки, вы сейчас свои сумочки увидите. Напишите мне просто в комментарии, Ирина, спасибо там за обзор. Просто сообщениями смысла нет. Если что-то заказать хотите, то пишите в сообщение в WhatsApp, я имею в виду. А так, если просто полюбуйтесь своей красоткой, потому что я бы не стала этот ролик выкладывать. И уже 14-го вам отчиталась, вроде бы как я приехала. Но раз у меня так получилось, мы здесь по штатам, вот Юта, Невада, Аризона, проехали. Я, то есть, и не так далеко от дома была в Юте. Но мне все равно нужно было вернуться на один день, чтобы вот теперь лететь дальше. И ну, я не могу от этой красоты оторваться. Посмотрите, какой брамин. Правда, я ее не нашла. То есть мы ее тогда заказали, девочки, и она сразу же закончилась. Вот она сильно блестит, конечно, как лаковая. Но это так передает телефон, потому что она блестит, но не так сильно, как вот я сейчас ее на картинке в телефоне вижу. Нежнейшая браминовская
как будто, наверное, замша с обработкой, что вот это натуральная кожа. Вот эта сумочка Эми, мы ее со скидкой покупали за 251, а стоила она 335, значит, она была со скидкой 25%. Но если кто-то в нее влюбится, то она может быть на сайте Брамин, тоже в описании сайт есть. Ну, вы заодно пока можете рассматривать, здесь кармашек на магнитике. Потому что часто говорят, мне нужна такая сумка, я влюбилась, я скидку ждать не хочу, 25%, тем более на Брамин там сильно много. И не бывает, кстати, не бывает. Девочки, из последнего ролика кто-то у меня спрашивал большую сумку Шопер. Мне продавщица написала, Ирина, она 65% скидка сейчас на нее. А девочка думала, ну 40 как бы маловато, ей ее хочется. Но я себе записала кто, но у меня стерлись вот эти пожелания. Поэтому если кто-то сейчас, кто ее хотел, увидит и поймет, про что я говорю, такая расписная Шопер Брамин сумка, под крокодила, которая, потому что вот эта вот замша обработанная, вот такая мягенькая, ну, просто волшебная. Вот, мы ее должны все-таки рассмотреть. По той сумочке, ну, напишите, я попрошу, может быть, кого-то подруг съездить в магазин ее забрать, потому что на сайте скидок 65%, конечно же, нет. А то, что в магазине появляются, то это нужно, чтобы кто-то съездил, забрал, а меня нет. Так. Здесь замочек, кармашек под замочком. И есть длинный ремешок у нее. Вот такой вот он. Тоненький довольно-таки. Ой, он тут вот с двойной такой ручкой. А, нет, это он просто так заложен, что вы его можете... Заклепочки так, то есть его можно удлинять. Он на карабинчиках крепится. Он вот к этим же, получается, дополнительных не вижу. Вот к этим же колечкам. Потому что здесь никаких других колечек я не вижу. Мне кажется, ее и так будет приятно на плече носить, эту сумочку. Поэтому уж как-то придумает себе хозяйка. Лена, я знаю, что это ваша сумочка. Простите, что я вам не отписываюсь, потому что вы мне будете потом задавать в обратные вопросы. Но не именно вы, а вот все покупатели. А я пока занята, пока не могу. А завтра лететь буду целый день. Вот, поэтому пока вот так. И я вам на замануху, смотрите, что оставила. Мы ждем эту посуду. Я вам говорила, что она должна прийти. Я буду ролик делать уже больше месяца. И пришел первый чайник. Но я все подробности, потому что там еще мы что-то ждем. Все подробности. Это замануха на следующий ролик, чтобы вы подписывались и не забывали. Ставили колокольчик, чтобы вы знали, что когда она придет. Я обычно, ну, заказывают периодически девчонки посуду, но я не люблю ее показывать. Потому что, ну, она тяжелая, мне ее нужно возить. Я говорю, я работаю грузчиком, когда я такие большие посылки как бы упаковываю. Но я разрешаю это делать, если вы сами себе выбрали. Я просто, что ее не рекламирую. Ну, кто-то свои заказы, у нас даже и какие-то фарфоровые вещи доходили. Но я просто это не рекламирую, потому что, ну, понимаете, почему. А здесь, ну, это, конечно, тяжелые вещи. Но, ребят, ну, я такого не могу не рассмотреть. Но это будет в следующем ролике. Вот такая у меня замануха к вам на следующий ролик. А мы сейчас давайте по дилерцу пройдемся. И потом у нас тренчик, он вон там висит, не моргает. Не забудь про меня. Сейчас мы его посмотрим. Ну, а по дилерц. Вот эта сумочка Коуч, вы ее все прекрасно знаете. Это Вилло. Тоже девочка покупала с небольшой скидкой. Наверное, процентов 40 или 30. Не помню, сколько-то там. И по дилерц очень много. А, ну, раз Коуч я взяла, давайте уже Коуч. Дальше посмотрю. Обуви по 60%. Обратите внимание на бренд Антонио Милани. Там и сумки есть. И у него очень качественные всегда вещи. Вот такие вот сланцы. Девочка тоже оттуда заказала. Людмила, это все ваше. Простите тоже, что вам фотоотчет не сделала. Но вы сейчас увидите за то, что пришли. Вот, вот это вот уже Антонио Милани обувь. Это у нас Людмила на Украину. В Донецк. Я даже не знаю, как теперь говорить, что это не Украина или как. В общем, всегда была Украина. В Донецк пойдут эти шлепочки. Она уже тоже такая уставшая, говорит, Ирина, но хочется себя порадовать. Девчонки, берегите себя. Все, кто в этой ситуации. Не знаю, чем мы можем помочь. Но вот если хочется вам себя порадовать, есть такая возможность, то, конечно, нужно этим воспользоваться. Вот такие вот, тоже Антонио Милани бренд. Простите, что я не вынимаю их, но все равно вам придется, если вы захотите.
Ну, вот такие вот, если, конечно, вы уже мерили и знаете Антонио Милани, то вы такие можете, как бы, брать шлепки, потому что я по размерам не только вот близко к своему могу сориентировать, а если чуть-чуть другие, то даже и не знаю. А если какие-то шлепчики, например, вот эти от Джессики Симпсон, это все сайт Dealers. Вот. И Антонио Милани я вам показала. Они все недорогие. Но я знаю, что вот сейчас вот на летние коллекции везде скидки есть. Так, эта бумажка просто здесь выглядывает. Это они прозрачные, модненькие вот такие. Вот, то есть вот такие вот вещи, как бы, мне кажется, не страшно заказывать. Ну, плюс-минус 5 миллиметров обычно ничего не значит для таких шлепок. Заговорилась. Так, наверное, все. Замануху вам на чайничек оставила, чтобы вы меня обязательно посмотрели в следующий раз. Коротенько все остальное показала. И сейчас вам покажу тренчик с сайта Coach Outlet. Смотрите. Вот этот тренч, но, по-моему, он маленького размера, я его на себя примерять не буду. Где тут видно? 230, что ли, цена. Если сейчас ошибаюсь, тоже девочка, вот даже не помню, кто заказывал, по-моему, новенькая девочка, это ее первый заказ у меня. Если ошибаюсь, простите, извините, здесь вот кожаные у него вот эти вот шлевочки, вот. Ну, вот такие вот вещи вы помните, да, что мы на сайте Coach Outlet можем заказывать. Потому что вот эти, по-моему, плащики, они были из бутика. Вот, и сейчас они на сайте Coach Outlet. Строчки идеальные, ткань волшебная. Не знаю, конечно, какой состав, но это Coach Outlet, у вас сайт доступен. В описании он у меня под стрелочкой есть. WhatsApp мой в описании есть. Вот туда заходите. Все там разглядите. Это вот на пуговичке. Она тоже там с этой стороны, с этой пристегивается, если она вам нужна будет. Здесь вот такой крючок. И дальше я не удержалась. Делаю вам обзор с сайта Dealers. Вы сами можете посмотреть. Ну вот, например, смотрите, Марго с левой стороны была в таком цвете. Я просто его сделала, этот обзор с сайта, чтобы обратить ваше внимание на те сумочки, которые очень пользуются популярностью. И они сейчас есть на скидках. Но вот в цвете пекан редко можно найти вообще на скидках. Вот посмотрите, вот эта Марго такая интересная. У нее замочек немножко другой. Вертушечка. Вот. И здесь сейчас еще будут сумки на скидках. Также хочу ваше обратить внимание на новые сумочки. И дальше пойдут без скидок. В принципе, заходите на сайт Dealers. Сами все рассматривайте. Если что-то понравилось, в WhatsApp пишите. Ну, а пока все-таки я не могу оставить без внимания вот эти скидочные сумки, потому что Brahmin вы часто спрашиваете. И, девочки, кто спрашивал, кто новенькие, дубовая кожа у Brahmin. Девочки, не дайте мне соврать. Все, кто... Ой, смотрите, какая красота, в каком цвете Марго. Просто прелесть. В пекан дождаться на скидках сложно, а вот такой цвет, смотрите, есть на скидочке. Пусть небольшой, но тем не менее. Не дайте мне соврать те, у кого есть Brahmin, потому что мы его очень любим. Кто-то его совсем никак не переносит, но тем не менее. Эти сумки, они... действительно произведение искусств. И вы не останетесь незамеченной. Все девчонки всегда говорят, я получаю комплименты. Ирина, спасибо тебе, потому что у нас таких сумок нет. И в Израиле, и в России. Все очень довольны своими сумками. Если вам такой формат нравится, сама кожа, вот то, что я начинала говорить, не дайте мне соврать, она плотная, очень плотная. Но они просто неубиваемые именно вот в Мельбурн, вот в этой крокодиловой коже. И они со временем становятся мягкие. То есть через год, через два она такая становится податливая, что носить ее очень удобно. Как бы для начала кажется, ой, какая-то она такая формованная, прям такая плотная. А со временем вот она разнашивается, эта кожа, и она не убивается, и становится только лучше и лучше. Это вот тот случай, когда с возрастом
становится только лучше, становится красивее. Вот этот, кто рюкзачок у меня, девочки, спрашивал, смотрите, мы его онлайн можем заказать, потому что я сказала, девочки, ждите, когда я вернусь, если он будет в магазине, мы его с вами купим, но в магазине на него точно такая же, по-моему, скидка была 25%, поэтому он в наличии есть, если что-то. Вот из этого же формата вот эти сумочки, они комбинированы, видите, кожа Мельбурн и замша. И на том рюкзачке тоже. И вот еще красотка какая. Даксбери тоже комбинированная. Вот. Это вот прям новые сумки. Вот это новые коллекции. Я почему и стала это записывать, чтобы обратить ваше внимание на эти новые сумочки. Здесь много проходит новых и так. Но нет, конечно, возможности на каждой остановиться. Но вот как вот эта сумочка слева. Ну, я просто не могу пройти мимо. Потому что вот эта мягкая сумка. Вот такая же мягкая, как вот была у черной кожи. Замшевая, которую я в самом начале ролика показывала. Вот совершенно новая коллекция. Смотрите, какая новая сумка. Немножко неудачно попал ракурс. Но вы сами на сайт зайдете и рассмотрите. Я просто обращаю ваше внимание, что может вас заинтересовать. Здесь отсечники есть. Но, правда, не во всех цветах со скидками. Есть карт-холдеры. Сейчас они здесь появятся. Что-то здесь... Вот, смотрите. В цвете пекан. Вот, по-моему, вот эта сумка в цвете пекан. Она у нас раньше была со скидкой. Раньше была в обзоре. И еще сейчас увижу одну сумочку маленькую. Но мы ее... Вот эта вот слева тоже новенькая. Вот, вот эту сумку, но я ее в последнем ролике прикладывала. Это вот которая маленькая. Эшли, по-моему, у нее. Да, Эшли ее зовут. Вот я ее к себе прикладывала. Вот, блокнотики себе кто-то заказывает. Вот новая сумка. Тоже смотрите, какой цвет приятный. Как смотрится. Интересно. Ну вот они, что без скидок уже пошли тут дальше сумочки. Но тем не менее, может быть, когда-то будут на скидках. Потому что вот новая сумка. Вот это тоже похоже, что не Мельбурн кожа. Вот такая же будет мягкая, как вот я на черной рассматривала. Но тоже без скидок. Просто обращаю ваше внимание на эту сумочку. Здесь всего 6 страничек. Вот коробочка для... Сейчас я к ней вернусь. Для украшений тоже без скидок. Но очень приятная, очень удобная. Если кому-то нужно в свою сумку, особенно кто дорожные себе покупал, вот такие вот брамен в пекан, ну или в черном цвете, то вот смотрите, хорошее дополнение аксессуара. Вот какая-то новая сумка тоже меня привлекла. Смотрите, какая красотка. Вот мне тоже очень понравилось. Ну, то есть прям новинки у них последнее время. Прям появилось много-много новинок у Брамин. Вот это с левой стороны тоже новенькая сумочка. Так, ну вот что-то тут мелькает. Вот эту захотелось мне вам поближе посмотреть. Но вот эта она не очень объемная. Они тоже есть в большом размере. Вот у меня такая большая пекан. Они те... не очень вместительные. Их, ее лучше, конечно, сначала рассмотреть. Потому что если вы хотите, чтобы много туда чего-то наложить, то лучше ее сначала... Наверное, вам в магазине когда-нибудь они у нас появятся, я вам покажу. Вот. Ну и дальше уже, конечно, без скидок, но мне все равно. Вот это тоже новая сумка. Вот такой не было. Ну, вернее, сама модель не новая. Вот именно вот этой сумочки. А исполнение ее довольно-таки новое. Это уже старая сумочка, но почему-то мне на ней зацепился за нее взгляд. Вот, ну и уже долистаю вам до конца. Подробности, как уже 5 раз сказала, сами найдете сайт Dealers, откроете, посмотрите. И не забывайте посмотреть Антонио Милани, потому что качественные кожаные сумки у них и очень качественные вещи, которые сейчас можно на скидке 65%. Я себе там купила что-то, костюм спортивный. Олимпийку мне очень нравится. Вот я в ней ездила. Ну, в общем, обращайте на это внимание. Если кому-то одежда нужна, то вот Антонио Милани качество изумительное. По той скидке, по которой они сейчас там есть на Dealers, будет приобрести их очень интересно. Ну и обзор с сайта на этом подходит к концу. Сейчас еще мелькнет сумочка Марго в цвете пекан. Вот, вот она. Вот она, красотка. А я с вами на этом заканчиваю. Рассматривайте дальше сами по ссылочке, пожалуйста.
Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.